Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать. Вы меня просили, я сам этого хотел. В новую серию полуснайперов. Это, конечно, не карта снайперов, но если вы хорошенько меня попросите, если мы под этой серией наберем просто очень много лайков, поставь лайк, если хочешь серию снайперов с подписчиками, потому что, как я уже много раз говорил, я читаю комменты, и я к вам прислушиваюсь. В этой серии мы с вами будем играть в карту снайперов. Смотрите, здорово всем, здорово всем. Смотрите, я сейчас выберу, сколько у нас будет очков, сколько нужно очков для того, чтобы победить. Я выберу, ну, наверное, давайте 50. Первый человек, который заработает 50 очков, победит в сражении снайперов. Очки зарабатываются очень простым путем. Или выстрелом в голову из снайперки, или нож в ребро сдох. Поэтому все, в принципе, будет очень даже просто. Вы готовы, дети, сразиться в снайперах? Все готовы? В смысле нет? Все готовы, все сразятся. Поэтому давайте потопаем. Сразу мясо будет, всем жопа, понимаете? Опа! Воу! Так, подождите, в смысле, я уже умер? Как я уже умер? Я ничего даже не делал, подождите. Подожди, а я должен тебя бить? Ой, кого-то. Подождите, я понял. Я пока ничего не понимаю, подождите. Ага, я окей, все. Смотри, вот так. Короче, нужно... Я знаю, это типа... Короче, изи. Опа! Одно очко есть! Это будет... Да как я умер? Ну как вы все понимаете, как я уже сказал? Опа! Опа! Выстрел, смерть! Никакой смерти. Па! Па! Подождите. Так, подождите. Я как бы, я все понимаю, то, что я король снайперов. Но... Подождите. Это первый раунд. Хотя фиг его знает первый. Я не знаю, сколько будет длиться этот раунд, но у меня уже 13 киллов, поэтому мне нравится на самом деле. Чего? 13? А-а-а! Сволочь! Да, уже 13. Ты что там этот, лучник хрен? Здравствуйте! Чё орёшь? Ты чё орёшь? У меня не вышел поздороваться. Собака. Давай. Да блин! Я так и знал. 21 уже. Нормально. Тихо. Кто кого? Почему невидимые? Почему костя невидимые бегает? Па! Ой, не попал. Апа, нормально. Мне кажется, или 50 очков это слишком мало, а? Как вы думаете? Давай 1000. 1000? Ну, подождите, давайте мы первый раунд хотя бы сейчас поиграем и посмотрим. Ребятки, мне кажется, все уже поняли, в чем заключается концепция этого режима. Ты что здесь забыла, Мия? У нас уже один человек ливнул. Мне кажется, все его взбесили. Ладно, продолжаем играть пока что вчетвером, все нормально. Все уже поняли концепцию этого режима. Если ты хочешь продолжение, потому что это реально мясо, здесь реально весело. Если ты хочешь, чтобы вернулись нормальные снайперы, ты знаешь, что нужно подписаться. А как меня убили? Ты меня убила? Ты сзади? Я тебя была. Костя! Ты как это сделал? А-а-а, я промахнулся! Ладно, ничего страшного. Человек. Апа! А где четвертый, где пятый, точнее, или какой он там по счету? Опа! Костя, извини, пожалуйста, я тебя прям в воздухе убил. Па! Сверху прям. Да подожди, я не хочу прыгать, оно само. Мия, ну как ты это сделала? Ну ладно, Костя. Костя, здорово. Опа, 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 где пятый? Мне кажется... Да я... Или мама у него интернет выключила. Слышь ты. Опа, Костя, извини, пожалуйста, я не хотел, честно, вот честно прям, Костя, ну, не хотел. Монстр. Костя, господи, где... Почему все молчат? Почему я решаю все? Да как? Ну как ты быстрее бьешь, чем я? Не могу понять. О! Извини, пожалуйста, монстр, я сам этого не ожидал, честно тебе скажу. О! Да все!
Да как? Это слишком быстро как-то было. Так, я предлагаю... Я ставить 1000. Вот, я ставлю 100. 100 это максимум. Ай, пока меня здесь не было, они уже все поломали. Откуда у тебя меч не на арене? Как? У меня только кто он появился. В смысле? Она говорю, не, что? Не трогайте пропал. Ничего, не трогай, потому что я очистил пропал. Твой инвентарь. О, все, короче, в сраку. Я... Сколько мне включать коинов, очков? 100. 100. Успокойся. Или 100. Все, было бы 69, Костян, я бы включил 69. Ну да ладно. Все, кто выиграет, тот король снайперов, хоть и таких полуснайперов. Поэтому давайте. Все готовы? Приступаем. Нажимаем на старт. Кто уже умер? Я не умер. Так, минус Костян. Костя сдох. Понятно. Опа, минус монстр. У меня 4 очка, у Мии уже 7. Мия, угомонись, пожалуйста. Ты смотри, как он сзади подкрался, сволочь. Я опа. Бы это опасалась, если бы парень заходил сзади. Очень сильно. Очень. То есть тебе не нравится, когда парень сзади заходит. Давай поговорим о другом. Знаешь, у меня сейчас опять вылетает, когда ты меня убиваешь. Да сам! Сам такой. Ля-ля-ля. А! Почти попал, почти попал. Ой, а кстати, у меня 8 очков, прикольно. Да как? Слушай, я тебя сейчас завалю просто. Вообще не знаю, я учу. Сейчас у меня боюсь. А еще я ребенок. Ты ребеночек? Па-ебеночек! Доигралась. Так, кто там умирает снизу, а? Костян, ты что там наверху делаешь? Я тебе... Ты зашкерился! Я тебя там поджидал! Мусор, а чё ты там? Да как? Кто? Это... А, да, да. Это не я вообще. Не знает он, не знает. Ой, я стрелу на самом деле. Он невидимый. Ай, ладно. Опа! Опа, а почему я никого убить не мог? Опа, в смысле не мог? Опа. Так... Как, откуда? Слушай, ты... Да. Давай, поговорим еще, давай. Да, давай будем говорить о том, кто был снизу, кто был сверху. Я бы не говорила, кто был снизу. Мия, привет. Монстр, ты чё меня пугаешь? Это жестоко, мне это очень сильно не нравится. Кто тут такой невидимый? А кто там такой невидимый? Алло, алло, Костя. Да, я тебе... Ничего страшного, ничего страшного. Мия, в следующий раз повезет. Смотри, у тебя 20 очков, у меня 30. Не такая большая разница. 10 очков вообще. У меня 15. Костя, ты смотри, Костя стал возле меня такой, поприветствовался. Типа, здорово. Ух ты, да блин, Мия. Ух ты, господи, Эдисон, да ё. Два раза подряд меня. Шандарахнули, да? Кокнули просто. Ко-ко-ко. Не удалось зашкериться, да? Ничего страшного. Монстр, в смысле ты не можешь бегать? Да как ты, блин, пере... Ладно. Монстр, ты где? Я не хочу играть с ним, потому что он невидим. Подожди, это что сейчас было? Это что сейчас было? А ты я подбежал, такой па тебе сделал. Ладно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Хорошо. Ты голодный? Да, я бы покушал прямо сейчас. А я кушал. Ты кушал. Я почти долетел. Монстр, мать твою, твою мать, твою мать, мать твою. А как делать супер такой тройной, мега-тройной? Это луком. Луком? Да как ты там? Ты уже читай меня. В смысле я луком? Я даже не поднялся, ты уже убиваешь меня. Ну типа луком дается 3 очка. Сразу. А чё я бить никого не мог сейчас? А, я потому что удочку. Да ты где, блин? Да как меня убил невидимый просто чувак? Мия, иди в сраку, а? Костян. Нет, он такой же. Я заявляю, что я больше не хочу с ним говорить, что он невидимый, с палкой бегает. Вот смотри, еще раз такая же фигня, еще раз такая же фигня. Кто меня убивает? Подождите.
Я, короче, залагал на одном месте, нормально, да? Чё страшно. Так, играем до стачку. Сточку. Опа, опа. Опа, меня приедет. Как подпрыгнуть? Я иногда делаю такой огромный прыжок. Да никак. А, я поняла. А как это делается? Не говорите им. Никак. Да твою. Ну скажи, Мия, ну пожалуйста. Папа. Да как сзади? Еще раз убили. Еще монстр сзади, блин. Как я к Костяну не попал сейчас? Просто же. Костян взял, улетел. 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 Улетел Костян. Это новая песня, да? Улети. Ля. Сейчас я приду. Улети, ну хорошо. Короче, смотри. Опа. Аляша. Я такой хоба, а ты такой хоба. Да как? Кто меня сзади убивает? Не говорите так. Здрасте, я тебя сзади убиваю. Я никого еще не добиваю. А достай, да? Да. Не подходи. Едисон. Ладно. Я по-другому. Я не хочу встречаться с Эдисоном. Я не хочу с тобой тоже встречаться. Да ты видится. Я тоже с тобой не очень хочу. Ты сразу убиваешь, ты такая вообще. Сволочь, да? Собака. Жопа. Хорошо. А почему? А почему так? Да почему? А она. Полетели. Полетели, я сказал. Собака. Собака. Так как подпрыгнуть? Я не понимаю. Иногда я так прыгаю высоко. Смотри, я тебе могу сказать. Меня не убьешь. Ну скажи, пожалуйста, как ты это делаешь? А так можно, типа, вы издали бьете, это норм? Стой, стой! Ой, извини, я случайно. Как? Ну скажи, пожалуйста, где как ты? Как ты это делаешь? Прям высоко-высоко так подпрыгнуть. Да меня убивают какие-то невидимые херы с ножами. Да! Наконец-то! Наконец-то кто-то кого-то убил. Наконец-то! Я тебя в этой игре вообще никогда не убью, ты такой читер. Скорее всего. Когда ты вот дофига раз убивала, и он меня хочет. Когда-то, да. Там кто-то сзади алмазик такой не видел. Я тебя хотела. Собака. Зато я 9. А, тебя ничего достала, я понял. Да, в смысле? Да, блин, мы затрали, Уильсон вообще уже... В смысле? Монстр, привет. Ааа, монстр, ты что делаешь? Так, кто там сзади такая кто полосатая? Там? Никого не полосатая. Полосатая. Мия, привет! Да я тебе Я тебе не скажу, как подниматься. Ну скажи, пожалуйста. Все, ты меня убиваешь? Да он. Ну как? Это нечестно, когда сзади кто-то может заспавниться. Неправда, все очень даже. А, я понял, как бы высоко подпрыгивать. Нужно на вот эту. Да! Фигню вот эту. Вы поняли. На крышу, на крышу. На крышу надо, на крышу надо. Да как? Я сейчас боюсь, что он там сзади. Ага. Ну. Типа кто-то говорил, что я читер, да. Я читер, конечно. А, Костян! Ты чё меня напугал? Напугал ты меня. Опа! Да, нечестно ты. Нечестно ты поступаешь. Нечестно. Нечестный. Да. Вообще, жулик. Сказал человеку, у которого 82 очка. Человеку, у которого 36 очка. Ай, Костя! Костя, 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 крими! Сразу минус 3. Ты что там сказал? Ты что-то на СУ сказал? Супчик. Щука. А почему щука на букву СУ? Кого я убил только что? Я не знаю, Эдисон просто сосух. Нет. А где? Ну давай. Из неба вообще. Из неба просто приземлился. Ну да, бывает. Фух, ну я успокоился. Мне всего лишь 12 очков осталось, и я, в принципе, затащил. Давай ты успокоишься. Давайте одуванчики убьют всех. Одуванчик, что ли? Я бы сказала, кто он. Кто? Ну скажи, давай, ну скажи. Ну скажи, кто я. Он щука, да? Да там другое слово совсем. Ну тоже щука. Ай-яй-яй-яй-яй. Да нет, нет, не щука, он знает. Пол щуки стоит. Пол. А кто? Не знаю. Ну давай, давай.
Я ему там подарок делал. Эдисон, плюс один, ну все. Плюс один, плюс один, плюс три. Плюс три. Опа. Да я тебя... Так. Угу, именно вот так. Всё. Да пошел вы все нафиг. Пошел. Я похлопаю прямо сейчас. Мне понравилась эта игра. Мне будет интересно, что будет происходить, когда на карте будет не 5 людей, а реально примерно 8 людей. Тогда вообще мясо будет. У меня тут точно вылетит. Синий экран смерти у него произошел, когда я его первый раз убил. Ой, ладно, ребятки, мне кажется, на этом уже можно закончить эту серию. Если ты хочешь продолжение, очень даже весело получилось. Если ты хочешь видеть новую серию снайперов, хоть завтра, ставь лайкос, набирай много лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет следующая серия. Спасибо всем большое за просмотр, всем удачи и всем пока.